Ну... У нее 20 в этой хуесоске, она говорит най-най-найс, типа. Пидорасина ты ебаная, я тебя рот твой ебал, блядь. 20 нее? Сколько водки налил? Нормально? Еще. Сока? Вот. Да не, вот это пидор 20. Опять чёрка не играет, ебаная. Ай, блядь, пидорас. Чё ты, ой, чё ты окаешь, блядь? Туда-сюда крутишься, но в любом случае у тебя как 300 максимум с чем-то было. Блять, опять уёбок, сука, скипает игру, блять.
не брать, не надо с 12 брать, не надо с 12 брать, не надо с 12 брать. Идиот. Ебаный, блядь. Конча, блядь. Придурок ебаный, блядь. Сука, додик, блядь. На Джек. Выходит на Джек хуесос. Пошел нахуй отсюда. Сука, блядь. Какой дилер перебор, у него восьмерка, блять, у него 10 там по реакции видно. Плюс либо 10, блядь. Потушь сигарету. Уёбище. Уёбище на говне, блядь, которое перебрало, блядь. Радуйся, что ты хотя бы не в минусе. Что такое минус? Что такое минус? Ты о каком минусе говоришь вообще? На зарядку поставь.
шалава слева, нахуя ты вообще подздываешь, сидишь? Тебя пидораску жаба душит. Ты думаешь, что весь Кирилл и Балик это твои деньги? Чтобы тебя пидораску выебали и не уплатили. Тварь. Обрадуй ей стол. Давай, обрадуй. Гандон ебаный. 20 у меня. РГГ. 12-13 берет. Блять, ёб твою мать, блять. Почему холодно? Окно открыто, да? Угу. На балконе? Да. Нет, не с балкона дует. Блять. Не берите нахуй, никто не берите, блять. Никто не берите нахуй. Не брать, ты с 11 бери там свою хуйню, блядь, с 13-12 не брать. Гандон ты ёбаный, блядь. Сука, пидорас, блядь. X2 проси.
Блять, ёб... Всё, пизда. Нету на дабл ты, блядь. Морж ебаный. Пидролио ебаное, нахуй ты залетел, блядь. Пидорасина, блядь. Бля, меня заебала эта цифра. Меня ну выводи, блядь. Меня заебала. Она эта же цифра. Не просто так тебе приходит уже. Какой раз? Четвертый, пятый подряд. Выводи ее просто и все. Блядь. Это проклятие. Ну, блядь, выводи ее. Ты сколько скрипты вывел? Когда мы к Эдику поедем? Сколько я скрипты вывел? 200 тысяч. Ну, блядь, возвращай обратно. 200 тысяч скрипты, а общая замазка в два раза больше от этой суммы. Хорошо. Общая замазка. Ничего страшного. Ну, подумай. Почему это ничего страшного? Подумаешь? Ну, если тебе 360, да? Ебашит уже четвертый раз подряд. Есть такие вещи, как знаки, там, не знаю. Ну, что-то такое сумасшедшее идет. Ну, да. Ну, потому что, ну, это не может быть... Да выведи, да, господи, да и все. Я хочу к Эдику. Ну, езжай прямо сейчас. Езжай прямо сейчас. Герман, ты готов ехать? Все, поехали к Эдику. Там покушать еще нибудь? Нет. Ну, выходи ради бога. До смешного же доходит. Ой.
Не, мне интересно, что там вообще происходит. Выводи бабки, лудоман ёбаный. Вводи бабки, лудоман ёбаный. Вводи бабки. Поехали к Эдику прямо сейчас. У меня два блэкджека было. Угу. Блять, может быть, слот? Ты чуть без денег не остался, ты в курсе? Ну, как бы вообще, да. Выиграл сегодня 280 тысяч. В смысле, выиграл сегодня 270 тысяч? Да. Со спины. Ну. Двадцать одно. Баст. Так. Нет, не надо. Не надо, Кирилл. У меня было бы 10. У меня было бы 20. У моего товарища было бы... У этого пидора было бы 7. Блять. Нахуй я скипнулся. Блядь. Ну, блядь, ну... Блядь. Ну, выходи, пожалуйста. Ну, блин. Ну, выходи. Сейчас посмотрим, что у него будет. У него было бы 7 и 10. 7, 10, а у него 3. Да? А почему? Да? У него бы. У него бы тройка была бы. Ебанутый. Блять, X4 Адепа это. Точнее, X2 Адепа это хуйня полная. Иди поспи чуть-чуть. А у него там какая-то, типа. Ну, 12 он вытащил. А, у него там баст. Реврал. Поспи чуть-чуть, набери сил. Я не буду спать, нам, блядь, сегодня с Эдиком надо ехать. Через час, с половиной. Ну да, у меня еще осталось, я высотки, 4 сигареты. Я за сегодня снова 2 пачки сигарет выгорел. Блядь, я так кровью каркаюсь. Угу. Нахуй ты это делаешь? Ты же понимаешь, что мне недолго осталось таким методом? Ну, месяца два. Месяц. Ты справишься. Ты поборешь свои зависимости и избавишься. Короче. Выводи деньги. Для начала. Калькулятор. Открой калькулятор. Вписывай. 10 тысяч был деп. Уже казино.
ЛТК казино было в Доминика. Ну давай уже с Марадой, чем там откинетесь. 700 долларов было. 700. Это, ну, 70. Нет, не 60 с лишним тысяч. Плюс я должен еще одну печеную. Ну, 60 тысяч. Сколько получается? 320. И я что, на 90... На 90? Так, блядь, ну что ты хочешь? 90 это, по-твоему, мало? Это мало. Я на 100 тысяч в год жила. За год. Я... Нет, я не хочу с ними играть. Я не хочу с ними играть. Сейчас я подумаю, придумаю что-нибудь. Где бухгалтер? Почему он спит или где он находится? Так ебать и смысл депал. Хотя бы 700, 1800 подними и выводи, а так нахуй играл, только отмазал. Пошел нахуй. Только отмазал. Да, есть такое. Есть такое? Ну, Кирилл, ну кого ты слушаешь? Дай 20 рублей. Блять, это этим не закончится. Ты много проебал, надо еще и это проебать. Ну, Кирилл, выходи из казино. Сейчас, подождите, дайте я сосчитаю, сколько в итоге... Ну, по-хорошему... Один Максбет. Топ-геймер, не слушай, тёлку ва-банк, пошли отмазка и на вывод 800к. Один раз выиграть этого очкастого в блэкджуке. Я не... Нет, я бы на такой блэкджук не пошел бы. Доквейс, доквейс, доквейс. Давай, долбайс. Все проебать, а потом лить сидеть. Ну вот именно. Так, наверное, лучше будет. Нет. Да заберу, ты уже шлюху рядом, она заебала, ныть, блядина, ёбаная. Она, блядь, думает, что весь твой балик ей в карман. Бать, пидораски ебаный сидит. Блядь, 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 бледина, пидораска, блядь, бледина ебаная шлюха, уйди нахуй.
я тебе советую Алваудио дать. Поступи как альфа, а не подросток. Минус 10 тысяч. Лучше быть в 90-х плюс, чем на дизморале отходниках. Да. Кирилл, ты ебанут. Здарова, Линк. Не слушай прилипало справа. Играй себе в удовольствие. По щечке, так сказать. Ну, что ты делаешь? Короче, меня это заебало. Снова не играет весь стол, к сожалению. Давай everybody, блядь. Сука, ебать ты гандон, блядь. Три гандон ты ебаный, блядь. Три ганде ебаная, блядь. Санина, блядь, это сплит из двушки, блядь. Там, блядь. Ахуля она ноет. Причем тут вообще она к твоим деньгам? Я заебал это. Да пошла она нахуй. Тварь. Все, сейчас если проеб, несгораемая сумма 400 тысяч. Мог быть царем, императором, а прогнулся под девку. Помешка теряли альфа. Да, блядь, я не успел нажать, блядь! Императором, а прогнулся под девку. Туза человеку, блядь. Конечно, куколд, девки я. Какой кукол я, блядь, литр водки въебал, хватить. Я сегодня даже спать не буду. Ну, хорошо, красавчик. Спайки. Так, надо его приметить. Спайки, Расту, я то, что знаю, и Яшина, оппозиционеры.
Ну вот так вот. Блять, раз-то ебана не играет. Конча, блять, из спермы. Он будет с 12 добирать, блядь. У этого долбоёба было бы 12. 20 было бы. У Расты обосранный, блядь. Раста пидарас. Раста пидарас, блядь. Оказывается, нахуй, ебаный. Блядь, опять... Ну, он 12 будет брать. Он же, блядь, о. Спайки, нахуй. Ну, грациозно. Энд! Полмиллиона звучит, согласитесь. Полмиллиона звучит. Полмиллиона? Да. Полмиллиона звучит. А сейчас какая? Может там 800 тысяч, а он такой говорит, не, вот 800 не звучит, а полмиллиона звучит. Полмиллиона звучит? Ну, с 250 тысяч. Блять, это... Блядь, заканчивайся. Подожди, это X2 всего лишь, блядь. Ебать. Это как из 10 тысяч 30 тысяч. Хуйня какая-то. А. Бля, ну я просто проиграю все. Да вот именно, да? Что еще проиграю. Я же все проиграю. Ну не надо об этом думать. Испугался. Хуйни мало, даже 10 кробаксов нет. Блять, а тут спайки еще сплитил, бля. Ёб твою мать! В Бананзи бонусы за 30 тысяч, чтобы равно вывести. Ебать, он с десяток сплитит, блядь. Выведи 300, блядь, а на 100 играй по чутка по 20 без хуйни. Не брать 15. Не брать. Обалдеть. Базы кормит в натуре.
Подождите, стоп, я столько... Подождите, блядь, а нахуй я ставил опять? Ёб твою мать, блядь. Я думал, я проебал дохуя, блядь. Сука, придурок, блядь. Пидорадо, блядь. Пидорас ты, блядь. Если бы ты, сука, адо ёбаная, не взял бы карту. Чушка, блядь, ёбаная, блядь. Уёбище ебаная, блядь. Лицемер, нахуй. Гандон, блядь. Не было бы тройки у него. Блять, он сплитит. Ебаный мудак. Блять, ебать конч. Ебать ты рофлер, блять. Молодец, нахуй. Две семерки получил, блядь? Получил две семерки, блядь? Придурок, блядь, ебаный. Просто конча, блядь. Чё, проеби все, блядь. Несгораемая сумма 400 тысяч, блядь. 500 не звучит. Ноль звучит. Опять не брать, не брать, не брать. С 12 не брать. Не брать с 12. Не брать с 12, не брать. Не брать, не брать! Не брать! Ну все, мы победили. Блядь. Гандон, блядь. Ну нет, не победили. Плыли мы по морю, ветер мачту рвал. Капитан Залупа с корабля сбежал, точка, я стоял на лодке и держал весло. Чем-то уебало и меня снесло, и плыву по морю, что аж хуй промок. Пока ебался жопой какой-то островок, точка, на... Долбоёб ёбаный на ауду, блядь. Пидорасы, блядь. Так, на вот этого уёбка ни в коем случае не ставить. Вот этот и вот этот. Все. Все. На боковую, блядь, шляпу, блядь. И нахуй. Уволен, блядь.
пидор ебаный, блять. Да иди, знаешь куда. Вы слабое звено, прощайте. Не слабое звено. Ты сейчас увидишь, сколько на балансе будет. Тут два блэкджека и еще один заход 21. Ну так что... I'm sorry, банана. Понял меня? Вот этому повезет. Все. Все, это последняя ставка. А, здесь стол опять не играет. И стол снова не играет. Все, пизда. А че пизда? За десятку. Этот X2 просит, блядь. Баст, пожалуйста. У нас сейчас котлетки с макарошками. Нет, с пюрешкой. Все кричали вы, а в дино азарт снова возьмет. Чай бомбина круче всех в казино, типичный парень рыжантроп. Все, теперь точно на вывод. Все, всем спасибо за голосование. Все. Извините, у меня тахикардия. Хотите давление измерю? Хотите давление измерю? Измерить давление? Ну там по 200, наверное, где-то. Атмосфер. Это реально давление?
Да, дай тонометр. Герман мерил давление сегодня. Герман, 570 тысяч сейчас. 570? Да. Поздравляшки. Или 500 тысяч не вот не сгораем. Можешь через месяц. Блять, он остановился. Поздравляю. Нормально, типа, блин. Это кажется. Ну, чуть повыше. 130 на 70 и 109 ударов в минуту. 110. Не 500 вообще, хуйня, если ты нормально играть будешь, я тебе ПО сотки 800-ка накидаю. Показывает, что у тебя нормально. Ну такое, чуть повыше. Я перевод, выходи. 500 вообще хуйня. Вообще хуйня. Ну хуйня, ты хуйня. Дай людям. Нет, это не. Это не. Это. Я вам так скажу. На 500 тысяч. На 500 тысяч. Что можно сделать? Это 4 поездки в Доминикану. Но прикинь, если была бы несгораемая сумма 10 миллионов. Вот это приятно несгораемая. Что ты там такого получишь? Да, Герма. Что ты там получишь такого? Ну, давайте так, я поставлю на вывод 550 тысяч, а на 20 тысяч там с лишним Герман покрутит. О-о-о, я тысячу хотел попросить покрутить. Или Наташа. Не, давай опрос сделай, кто. Или Наташа. На самом деле, я поймите, пацаны, я... Не, ну вот для чего мало? Я вот задумывался. Если он такой, не, ну там реально... 3 миллиона, говорит, блин, я хочу квартиру купить. То, что происходило, вот опять же, на... Ну, мне реально за последний месяц очень-очень везло. Нищерыжая культа. Фантики нищерыжая культа. Фантики нищерыжая культа. Фантики нищерыжая культа. Не понимаю, кто вот, когда вот говорят фантики, она и что в итоге тогда куда-то ездит? Да, они, блядь, ров, блядь. Поэтому и говорят фантики. Так вот, я говорю, вот выиграл он, допустим, 3 миллиона, да? И говорит, ну, 3 миллиона мало, хочу квартиру купить, квартира 5 миллионов стоит, вот 2 миллиона мне не хватает. А если он 500 тысяч, но потусить, потому что он живет одним днем, это все говорят об этом. Что, покурим? Все, ну, я могу вывести 550 тысяч? Да. А? Могу вывести? Да, выводи, конечно. Это 6,5 долларов. О, евро. Это ж потусить сколько. Это сколько капельниц? Сколько капельниц? Бля, я за свою жизнь потратил на капельницу, но свыше 100 тысяч точно, да. Свыше 100 тысяч точно. А я ни разу капельницу не ставил. Потому что 5 тысяч, это у тебя тут, дорогая, в Питере... 5 тысяч капельница. Ко мне ездят, вот с Москвы. Потому что, да, еду. Мне как-то жаба душила всегда. Я думаю, я лучше вот так вот перележу, зря, короче, зря. И будет плохо. Ты почему Герман, почему не я? Не знаю, все говорят, я.
Так, на Little Coin, короче. А почему не до Инферно? Или как его там? Так, Герман, ты выбираешь слот, я кручу. Дай мне на 1000 рублей хотя бы покрутить.